Саянский территориально-производственный комплекс – это ожерелье крупнейших в мире производств самого разнообразного назначения. И по праву можно назвать уникальным объектом вагоностроительный. Судите сами, 320 тысяч тонн литья в год. Его хватит для производства не только 40 тысяч собственных вагонов, но и другим родственным заводам достанется. Уже начато строительство завода большегрузных контейнеров. А вот платформы уже выпускаются. Маленькая справка. Первые 15 тысяч квадратных метров, 3 из 5 пролетов корпусов вспомогательных цехов строители сдали 31 декабря 1975 года. А уже 20 февраля 1976 года, ко дню открытия 25-го съезда партии, сошла первая платформа. Причем сошла в корпусе, вовсе не предназначенном для их производства. Просто станков и агрегатов корпуса оказалось достаточно, чтобы выпускать готовую продукцию. И еще, таких платформ не строили у нас пока. Это большегрузный контейнеровоз, превосходящий лучшие мировые образцы. Скоро им возить контейнеры по маршруту Гамбург-Москва-Владивосток-Токио. Такова экономическая стратегия и умение находить резервы, чтобы еще строя получать прибыль. И все же трудностей немало. Не так все просто строится. Вообще-то большие дела без трудностей не бывают, учитывая, что если так их рассматривать, как трудности роста. В целом и на этой стройке, и трудности роста, предположим, нашего коллектива, молодого коллектива строителей Треста «Абакан-Вагонстрой», объективны. Поэтому и мы относимся к ним как к трудностям, которые надо будет преодолевать вот при рождении такого крупного производства. И пользуясь тем, что мне представлена возможность телевидения вот выступить перед такой широкой аудиторией телезрителей, я хотел бы воспользоваться ей для того, чтобы пригласить всех, кто желает приложить свои силы на больших стройках Сибири, приехать к нам в ближайший год и осесть у нас, и строить с нами вот эти уникальные объекты.